Вчера мне приснился удивительный сон о девушке, превратившейся в лебедя. Но ее принц влюбляется в другую, и тогда она убивает себя. Участник Венецианского кинофестиваля и фестиваля в Торонто. Он обещал дать мне более важную роль в этом сезоне. Давно пора. Ты давно танцуешь. И больше других отдаешь душу искусству. Фильм Дарина Аронофски. За нашу новую королеву лебедей, несравненную Нину Сирс. Режиссера фильмов «Рестлер» и «Реквием по мечте». Я Лили. Ты будешь блистать. Посмотри, как она двигается. Чувственно. Никакой фальши. Соблазняй! Нападай! Нападай! Откуда у тебя это? Ничего страшного, моя милая девочка. Почувствуй прикосновение, реагируй. Ну и замашки у учителя. Я не хочу говорить об этом. Тебе точно надо расслабиться. Это все из-за роли, да? Такое напряжение, я еще тогда говорила. Что она здесь делает? Он дал мне твою роль. На пути у себя стоишь только ты сама. Как ты узнала, где я живу? Это секрет. Она преследует меня. Никто тебя не преследует. Прошу, поверь мне. Милая, милая девочка. Во что превратилась моя милая девочка? Ее больше нет. Номинантка на премию «Оскар» Натали Портман. Венсан Кассель. Мила Кунис. «Черный лебедь».